Ну что ж, начинаем потихонечку. Типа запускаться. Так, какая у нас здесь врата? Сорок четыре. Чего? Ничего не понял, что ты как-то буль-буль-буль-буль-буль. Чего ты говоришь? Не, хорошая, хорошая. Нормально было. Там, знаешь как, там идет хорошо, там, наверное, может, у меня такая связь или чего. Вдруг чуть-чуть похуже, потом опять идеально. Ну, в целом-то хорошо, надо сказать. Очень даже хорошо. Я даже не ожидал, я хорошо посмотрел с удовольствием. Так, что тут у нас? Включено, включено, пойдем наверх. Кабины. Так, подкачка гидравлики. Гидроусилитель. Прикольная птичка, так сказать. Земля, запуск ВСУ. Створки открыты, зона запуска свободна. Чего появился? Запущен на параметры модные. Это Ника, что ли, там стал? Так. Переключаем сеть на ВСУ. Отлично.
Дверь я хотел закрыть, точно. Думаю, что-то я хотел сделать. Двери надо закрыть все. Тоже закрыли все. Пока уже стоим. Отлично. Слушай, а кто тут? На Ивало так его и не видно, кто это такой. А, это ты стоишь. А кто-то еще стоит справа от нас. А, исчез. И у меня исчез, да. TCAS test pass. Так. Что ж. Ставим движоки. Так, включить генераторы.
Не снижайся. 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 Глиссада. Глиссада. Ты что, не слышишь? Не снижайся. Глиссада. 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 Не понял юмора. Что-то он у меня не хочет выставлять чистоту. Двадцать восемьсот. 122. 800. А, да, кстати. Включаю автопилот. Включаю автопилот. Включаю автопилот. А вот в реале ты имеешь? Какая есть?
полосу, на которую сели. Говоришь? Я тоже ковыряюсь. Я тоже ковыряюсь. Я начинаю рулёжку потихонечку. Мне прям с места пойду. А у тебя что происходит? То есть ты еще запускаешься. Ну, я не спешу. Земля кабине. План принят. Сообщите о готовности к выталкиванию. Земля кабине. Буксировщик на подходе. Перед запуском двигателей. Магнитофон. Включен. Заглушки, ключи, штанга. На борту. Двери, люки. Закрыты, табло не горят. МСРП, СОС, РВ номер 1. Включены, данные выставлены. Топливо, насосы. Насосы, подкачки, перекачки включены. Давление гидросистем, тормоза, гидроаккумулятор. Опа. Тримирование. Нейтрально. Взлетные данные. Масса. Все двери люки закрыты, готовы к стыковке. Установить стояночный. Центровка. 2, 9. Рубеж. 2, 2, 9. Подъем. 2, 3, 9. Безопасная. 2, 7, 9. Стабилизатор. Положение среднее. Карта выполнена.
фиксировщик присоединен, байпас установлен, убрать стояночку. Начинаем выталкивание, можете приступать к запуску двигателей. Земля, контроль перед запуском. Колодки убраны, двери и люки закрыты, заземление, заглушки, страховочная штанга убрана, к запуску готов. От двигателей, запуск первого. Понял, запуск первого. Запуск третьего. Понял, запуск третьего. Запуск второго. Понял, запуск второго. Выталкивание завершено. Установить стояночный. Отсоединение буксировщика ожидайте. Двигатели запущены. Двигатели запущены, замечаний нет. Кинетры подключены на бортовую сеть. Включи потребители. Земля, кабина. Двигатели запущены. Буксировщик отсоединен, байпас извлечен. Сигнал слева. Увидимся. Удачного полета. Успехи. Все нормально. Я пока снимаюсь на рулежке долгой и упорной. Качусь не спеша. Перед выруливанием. Электросистемы потребители. Проверены, включены. СРД, командный прибор. Давление 650 установлено. Навигационный комплекс.
Включен. Курс МП, АРК. Включены. Опознавание. Включено. Бустера, загружатель. Включены. Крышка закрыта. Автомат. Авиагоризонты. Проверены. Риски совмещены. Проверены. Риски совмещены. ТКС. Включена, согласована. АБСУ. Исправно. Режим штурвальный. Противообледенители. Ой, забыл. Карта выполнена. Разворот 63 включен. Справа впереди свободно, крылья готов. Слева спереди свободно, внимание в руку. Да ё-моё, ну что ж такое-то? Проверяем тормоза. Тормоза проверяем. Да опять видеокарта. Чё ей не нравится-то? То есть мне сейчас придется все заново делать. Ну, ёлки-палки. Не-не-не, езжай спокойно. Я потом с той ближайшей полосы взлышу, и все. Блин, да что ж такое-то? Что ему не нравится? Не было такого, что за вирус, что ли, что за ерунда. Вот и блин, зараза. Симулятор выкидывает сообщение, что видеокарта там ля-ля-ля, переполнена память и все такое. Это, блин, там памяти достаточно. И после этого он замирает. Если даже проигнорируешь, он просто полностью замирает. Приходится его выключать. Надо покопаться, может какая-то ошибка. Хорошо, все шло. Нет, не надо на ровном месте сочинить себе проблемы. Что там, трафик? Ну понятно, но все равно. Я пойду потом на ближайшую. Не-не-не-не-не, я на полосе не появлюсь, потому что я буду запускаться на бой с нуля, а он такой, что придется все самому делать. Да.
Так. Там Георгия. Пытаемся. Начало кивал. Великий опыт. Так, включаем весь спектр. Налеты компании. Так, АДЖЕЛ, РММ, слить топливо. Забронировать. Это и есть. Ну какое там превышение тогда? По 70 всего. Так. Все по 70. Окей. Ё-моё, я просто с ума схожу. Такого не может быть.
Я очень извиняюсь, но вот как-то вот не повезло. Если что, взлетай. Догоню. Уходи. Топливо не загружал, 100% постоянно. Я не знаю, что за ерунда, пришлось перезагрузить. То есть я ставлю примерно 70%, у меня опять на сотку перекидывает. Thank you.
Чего? Слушай, я не знаю, в чем дело. Почему он мне не дает установить топливо, как мне надо? Все нормально было. Так, а если батарею попробую запустить? Просто в осадке. Так, аэродромное питание вот подключено. То есть сейчас он питается. То есть хоть какие-то системы там есть чего, то оно без этого должно быть. Такого никогда не было. Такого реально никогда не было. Да, документы. Ох, как я не хочу перезапускать компьютер. Компьютер сам недолго, просто симулятор будет долго загружаться тогда, когда первый раз запускаешь. Короче, я сейчас запушусь. Если опять не ставится топливо, я тут же меняю на 154. И все где могут. Я, конечно, не хотелось бы. Что за чудо такое, вообще без понятия. Так. Нет, это не тот. Где он? Где тут мой? Вот этот. Окей. Так, options. На всякий случай вернуть. Окей. Change airport. Блин, ну давайте прям быстрее. Короче, ставлю 154, а что делать? Мне он не даст полететь.
таким количеством топлива. Время зря потратил. Ой. Ладно, как министр. Гусеника сейчас сделаем. Там готов к взлету. Слушай, он даже на поле мне не дает этого сделать. То есть это реально какой-то глюк. Мне нужно все перезагрузить полностью. Давай. Да, вы меня запомнил как включенный в диск. Так. Ты же слышал поговорку «Скупой платит дважды»? Вот у меня всегда это работает в отношении ко времени. Вместо того, чтобы сразу весь компьютер перезагрузить, я пытался добить. В итоге больше времени потерял. Так, это закрыть. Это снять задачу. Вырешить процесс. Уже давным-давно прилетели бы, не то что понятно. Слов. Но все равно неприятно. Эта бронь не слетела с полета, не интересно.
Не, 40 километров. Действительно, хорошо. Ну, хоть сейчас он будет работать, я надеюсь. Так, окей. URML. Где этот URML точно? Грузим, на, пожалуйста.
Что говоришь? Так себе. Не знаю, грузит, грузит. У меня столько флайт планов оказалось. Он уже их не читает. Надо подчистить папочку. Весы собирал, нафиг мне не нужен больше. Выбора у меня нет. Пан или пропал? Пока не знаю. Какая? Никакой такой функции-то не существует, понимаешь? Сейчас попробую что делать. Я не знаю, что ему надо реально. Но эта сволочь не хочет работать. Ладно. Пойду как есть. Что делать? Хотя что? Вот что это может быть?
маловероятно, никогда такого не было. В любом случае сейчас запускаюсь как есть, там как будет. Так все было хорошо, вот нет, надо было испортить, блин, самому. Слов прямо нет. Ну так я же ее задергал. Начал свет поправлять в кабине. А я думаю, что да, потому что когда этот свет включается, вот перезапускалось, когда включением света баки начали. Я не знаю, что за глюк, почему так. Возможно, надо удалить вообще этот свет. Кстати. А если действительно это свет? Файл света вот этот вот повредился, допустим, его надо заново перезаписать. Да. Так, сейчас. Ага, вот допустим, я сейчас запускаю вот эту программку, делаю релод. Вот, согласно релоду, никакого света тут дополнительного, естественно, нету. По понятной причине. Вот я подключаю подсветку кабины, так и так изнутри. Включаю. Fuel. Fuel, fuel. 70. 70. 70. 70. 70. 70. Анди. Окей. Нет, не в этом дело. Так и не в этом дело. Вот. Так, все, ВСУ запускаем срочно. Чего? Да, здесь только терминка. Но есть еще, конечно, это. Линейки НВУ, но это не про меня. Гидроподкачку включили, хорошо. Так, запуск. Да я пока запускаюсь. Он уже 6 минут стоит. Но он мне 100% показывает, это бесполезно. Я 70% стою, я не помню, там граммов. Так, переводим на генератор ВСУ. Отлично. Так, идем сюда. Да, тут, конечно, самолет такой мудрёный, мудрёный.
зато УКВ подключен, отлично. Так, сейчас. Что нам нужно для того, чтобы запустить движки? Быстренько включить тумблеры. Вот это, и это. Так, все, запускаем движки. Ничего не вижу, где свет. Первый пошел. Понял, гидронасос слева работает. Так, уже запускаем второй движок. Включаем генераторы. Потребители. Так. Что ж, вроде бы как. Последние штрихи. Начинай взлет, а то мы друг другу помешаем. На рулении. Тормоза. Проверено. Противообледенители. Выключены. ЭУП. Включен, проверен. Карта выполнена. Закрылки выпускаются синхронно.
Предкрылки выпускаются. Стабилизатор перекладывается. Закрылки 15. Стабилизатор минус 1,5. Предкрылки выпущены. Работаю, все, кроме топлива. Начинаю руление. На предварительном старте. Высотомеры. Давление 1,007. РВ включены. Механизация крыла. Выпущено. Табло горят. Стабилизатор. Минус 1,5. Загружатели РВ. Выпущено. Отключены. Табло горят. Механизация крыла. Выпущено. Убраны. Табло не горят. Авиагоризонты. Проверены. Риски совмещены. Проверены, риски совмещены. Форточки. Справа закрыто. Закрыто. Рули и элероны. Проверены, свободно. ВСУ, топливная система. Выключено. Автомат. Карта выполнена. На исполнительном старте. Готовность к взлету. Готов. ТКС согласовано, курс 1-1-6. Готов. Обогрев ППД включен, готов. Ответчик включен, противообледнители включены. Таблок взлета не готов, не горит, готов. Карта выполнена. Я с другой, да. Ты взлетай. Я не знаю, как я его обманул. Но пока у меня топливо пишет, как я хочу. Клапаны перепуска закрыты. Это какое-то чудо просто. Режим взлетный, рут держать, фары, свет посадочный. Режим взлетный, параметры в норме, рут держу. Скорость растет. 200. 220. Убежь. Подъем. Безопасная. Шасси убрать. Проверь высоту. Шасси убираю. Высота 50. Ох ты, ё-моё. Фары выключить, убрать. Скорость 330. А вижу, ты взлетел. Скорость 360. Убрать закрылки. Закрылки убираются синхронно. Стабилизатор перекладывается. Предкрылки убираются. Стабилизатор 0. Закрылки, предкрылки убраны. Стабилизатор 0. Есть такое дело. Ага.
приключение по всем правилам. Так, все, выкатываемся наконец на полосу. Так. Я перестарался, ну и ладно. Да. Понеслась. Включаю автопилот. Автомат тяги включен. Бун стоит от этого самолета. Что говоришь? А? Включаем свет. Давление 10-13 установлено. Не знаю. Честно не знаю, как я его обманул. Уже и движки были запущены, он не работал. Возможно, там была галочка действительно. Она у меня, не знаю, потом проверю. В любом случае, сам дурак называется. Ну, образно говоря, и не образно тоже. Попробуем включить автопилот.
пошло. Так. Чё? Да, пока работают. Прикинь, оно даже работает. Хотя я и забыл про подогрев. Но покажу тебе. Забыли включить. Чего-чего? Ага. Ну, как-то так.
Приборная 560. А так 425 граунд. Трогаешь топливо? Не понял. Не, нормально. Все-таки я его добил. И лететь приходится в темноте.
Чего? Ой, ё-моё. Нет, ну потом на этом, на трекере посмотрим. Перед снижением. Схема. Ознакомлен. Посадочные данные. Масса 0,7,0. Центровка 2,7. ТКС
приведена к магнитному меридиану аэродрома посадки. Режим ГПК. РВ задачи. Количество топлива. 0,5 тонн. Карта выполнена. Ох, куда меня занесло. Ну, вообще-то я по схеме, то есть я пока настраивал свет, меня крутило туда-сюда, а по схеме иду на точку КЗ. Ну и правильно. После перехода на давление аэродрома. Высотомеры. Давление установлено 1.008. Курс МП. Включен 1.0830. Посадочный курс на ПМП. 1.41. АРК. Включены. ПН5, ПН6. Может, уже будем наказывать за забывчивость? Карта же. Доказывать надо уже.
Снижение. Нет, кругалями он ходил, потому что я отвлекся на установку света наружнего, подсветку хвоста. Думаю, пока лечу. А пока я там занимался этим хвостом, у меня самолет уходил с курса. Он же не по гарминке летит, а надо самому подкручивать вручную. Ну вот и получились восьмерочки. А так, да, я через точку КЗ и оттуда по прямой. Через 44 мили примерно глиссада. Перед третьим разворотом. Интерцепторы. Убраны. Стабилизатор. Положение среднее. РВ задачи. Секунду. Карта выполнена. Закрылки выпускаются синхронно. Предкрылки выпускаются. Стабилизатор перекладывается. Закрылки 15. Стабилизатор минус 1.5. Предкрылки выпущены. Что? Тридцать шесть справа, это противоположный от нас, блин.
Ладно, сейчас разберемся. Так, departure. Arrival 36R. Так, 36R. Мне сейчас надо глянуть на карту. Как мне к нему зайти? А, ну понятно, я вдоль моря зайду. Пускай делаю, что хочет. Сейчас перезайдет. Возможно, ветер поменяется. Закрылки выпускаются синхронно. Закрылки 28. Во, вошел. Не, то же самое. Закрылки выпускаются синхронно. Закрылки 36. До пролета ДПРМ. Механизация крыла. Выпущено. Закрылки 3, 6. Стабилизатор РВ. Согласовано. Шасси. Выпущены. Зеленые горят. Кран нейтрально. Загружатели РВ, РН. Отключены. Табло горят. Фары. Выпущены. Карта выполнена. Ты на связь не будешь выходить? С Кириллом Ермоленко.
Беловья 735 по 14 сотку разрешаю, ветер 4. И 285, сколько 1001, пожалуйста. Глиссада. 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 40. 30. Высота 25. 20. 10. 5. 3. 2. 1 метр. Что меня так рано вызывает? Реверс. Реверс включен. Качкала выше, качкала выше. Добрый вечер. Подхожу. ВП-36, ВП-36 выходит. Сама ты будет опять. Стабилизатор минус полтора. Реверс включить. Там Гольфу 805 принято. Заходите на 4. Поправка на... Здесь. Пожалуйста, повторите, поправка на что? Так, Гольф 85, не проблема, заходите на 36. Понял, закажу на 36, право тошнить, там 85. Чуть-чуть убрать, свет полежный. Белая 835, принято, бэктрек дальше. Разворот 63 включен.
Трюк говорит, что ЗУ 805 стоит, и сколько? 1002, пожалуйста. Сколько? 1002, там у вас 905. Там какой ЗУ 805 опознан. Белая 735 занимается стрелку 3 по Амстраме. На стояночном. Выключаем двигатели. Махачкала вышка. Вот в этой части правой наблюдаю. Там АЗ-805. Там АЗ-805, ЛП-32. Посадку разрешаю. Ветер 150 градусов на метр в секунду. Спасибо. ЛП-36. Посадка разрешена. Там АЗ-805.
посадку осуществил. Сворачиваю вправо, рулежку не вижу, простите, тормозим 705. Тормозим 705, сейчас принято. ВПП освободил, тормозим 705. Тормозим 705, занимайте стоянку 7, прямо перед вами будет. Понял, спасибо, стоянка 7, прямо передо мной, тормозим 705. Ну, 735, спасибо, вы шли на 4, решаем изменить. Стояночный автомазе 805. Автомазе 805 принято, спасибо. Следующий. Спасибо за контроль, всего доброго. Да, пришлось отключаться от Форда, чтобы там не отклонить ничего. Слушай, ну ничего так, нормально. Прикольно. Надо будет еще глянуть на трекере, во сколько мы взлетели. Так, жена, вот он как раз полет. Раз, нам точно сказалось. Тут я был во сколько? 17.26. Вот. 17.26 я взлетел. И чуть пораньше. Шестнадцать, семь. Чего говоришь? Чего странно показывает? Ну да, так оно и было.
Что такое штука? Я засчитаю, а... Глиссада. 30. Опасный спуск. Повтор так показывает. Закрылки выпускаются синхронно. Стабилизатор перекладывается. Закрылки убираются синхронно. Закрылки 28. Стабилизатор минус 1.5. Продолжаем. Закрылки убираются синхронно. Стабилизатор перекладывается. Ну, где-то... Стабилизатор 0. Сейчас дай подумать минуточку. Где-то около часа. У нас завтра Казахстан будет, да. Чего-чего? О, да. Скинь, пожалуйста. Ага.
Так, отключаем. Это тоже выключаем. Соответственно. Ты ВКонтакте кинул, да? Ага, хорошо, так. Чё хоть вышло-то в полёте моём, мой полёт? Насколько меня штрафанули? Ни насколько не штрафанули. Засчитали ещё и как засчитали. Отлично. Ну, в общем, завтра где-то около часа. Продолжаем дальше. Так, тут ведь вопрос в чем? Вопрос в том, а когда мне подтвердят мои полеты? Так, Tours. Show Tour. Сегодня тейков у нас было сколько? Так, 17:26. Это было 18:16. Что, целый час летели? ТГЗ. Репорт. Ну, что висим? Tours. Show Tour. Так. Accept. А, он не подтвердил последний, только висит. Ясно. Сейчас я тебе подтвержу, если будет прислано. Так. Validation, validation. Во, BR. Closing, это ты, BR? Так, validate, accept, execute. Ну все, я тебе подтвердил. Так. Что? А, видео посмотреть, точно, думаю, что я хотел. Давай, до завтра, да, спасибо. Спасибо, что ждал, да, тут нам лучше бы тебя и себя. Ну давай, пока, пока. Все.